Что за болезнь у вас сейчас? Что за болезнь сейчас у меня? Пятая неделя в кровати. Ущемилась Ага, грудь. упадок сел. А, смотри, ущемилась грудь. Вот. Ну, ты ж меня смотрел. Вот, Ну вспомнил, мне да. звонил. Вот, Да, я ущемил, помню. ущемилась грыжа, да, делали, приехала скорая, там, делали, спрашивают, можно, Все, есть стоп. кому дома колоть? Стоп, стоп, смотри, короче, это все уже не важно. Значит, смотри, представь, ты прямо сейчас уже исцелена. Все, грыжа размякла, в общем, ну, нормально себя ведет, все хорошо. Вот ты сейчас должна встать, что ты не хочешь делать, скажи мне? Вот что тебя раздражает максимально? Будучи исцеленной, что ты делаешь, что тебя раздражает просто капец? Муж, наверное. Ну и все. Вот тебе и ответ. Что ж вы, короче говоря, дожились все с этими мужьями? Чего вы никак с ними не поговорите? Слезы пошли уже? Ну да. Ну, потому что правда вскрылась. Вот тебе и грыжа твоя об этом говорит. У грыжи первая направленность – это переживание за финансы. Как бы умение, да, Да. вот стоять, как бы, как сказать, стержень свой держать, быть уверенной в себе, в своем будущем и так далее. А вторая – это избыточное терпение чего-то, от чего хочется освободиться. Ну, если коротко. Вот и все. Значит, у тебя как бы исцеление в области грыжи отпустит, исцеление в области того, когда вы с мужем проговорите и все решите. О, Викуля, вижу руку. Ага. Понятно? Поняла, Саша? Поняла. Так что давай, говори с мужем, объясни свои искренние настоящие чувства и принимай какие-то решения, ну, в любом случае. Я разговаривала, Дим. Тогда принимай решение. Я думаю, ты понимаешь, в чем я. Да. Помните, Благодарю. я в одном из видео, точнее, когда у нас было про Архангела Рафаила, встреча, я говорил, что основа – это действие на физике. Вторично – это уже практики всякие там. Но в эту основу действия на физике входит переезд, развод, отсутствие общения с какими-то энерговампирами. Это всегда сложно, и это в себя включает одну такую штуку. Новое к вам еще не зашло, а старое еще до конца не вышло. И вот этот трансформационный период, он самый сложный. Вот, потому что вы не знаете, ну, типа, на что опереться, как бы. И вот опереться здесь я предлагаю на Бога и ангелов. Именно поэтому я так часто о них говорю и эту тему популяризирую. Потому что по факту, если вот мы возьмем вообще ситуацию в мире, больше не на кого опираться. Ну, я имею в виду глобальную, да, там ситуацию с точки зрения вот этих происходящих всяких событий. Только на Бога, только на ангелов. И все идет к тому, чтобы мы наконец вспомнили Бога. Все к этому идет и славили его, а не этот сатанизм этот, короче говоря, поганый. Ну да ладно, тема отдельная. В общем, Сашуля, Благодарю, Дим. я слежу за тобой.